плюс один. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня классная погодка. 11 апреля. Стал я сидеть дома, приехал порыбачить на одно озеро. По карасю сейчас еще карась в наших краях не проснулся, так как ночью еще холодно. Но здесь, говорят, проклевывается верхоплавка, ну и всякая мелкая рыба, типа плотвичек. Так что посидим на природке, половим, чуть-чуть подышим свежим воздухом. Ловить будем на опарыш. Ну что, первый заброс в этом сезоне. Опа! Красота. Давайте прикормим, наверное, слегка. Показалось, кстати. Опа. Оп. Поклевочка, по-моему. Поклевочка. Опа, опа, ага. Ах, сошла. Сошла, родненькая. Еще раз, Рома. От нас не уйдешь. Нас не уйдешь. Есть. Есть, ну уже побольше. Да, смотрите какая. Ух ты. Плотва какая подошла. Неплохая, ребят. Смотрите. Ох! Такая с ладошку. С ладошечку. Оп. Класс, класс. Отпускаем ее. На волю. Оп. Такой поплавочек. Вроде 2 грамм, наверное. Здесь основная и поводок 0,18. И мини-крючочек из наживки опарыш. Оп. Сегодня погода вообще отличная. Так что открытие сезона у меня сегодня. Оп. Опарыш одного насадил. Забрасываю.
ветер еще сильный, блин. Ветра не было, была вообще красота. Хоп. Все, сидим, ждем поклевочку. Кайфуем. Ага, есть. Есть. Кто там у нас? Опять такая платочка. Оп. Оп. Ну, плотва вообще здесь как вот под живца. Классно. Но где уклейка? Где уклейка? Опа. Где же уклеечка? Опа! Есть! В общем, такая вот мелкая рыба клюет. Ну, на природе все равно лучше, чем дома. Своих трофеев мы еще выловим. Спеется. Это она, уклейка, или как там ее называют в простонародье. Вот. А ее такой вот, если наловить много, ее и посолить можно. И говорят, в масле пожарить. Ладно. Что-то одно от одной-то куда не шло. Но надо больше. Вот смотрите, какая красотка.
Давайте еще чуть-чуть прикормим. Это вот он, прикормочка. Такая пшено прошлого года. Перловка, не перловка. Прикормим еще. Опа. Ага, то еще одна уголечка подошла, смотри-ка, красота. Нашла все-таки, значит. Еще одна. Неплохая, неплохая. Ага, оп, опа, опа, поклевочка, потюкала и перестала, да? Есть, все, уклейка подошла, короче, надо ее забирать, наверное, начинать, уже третья, видите, уклеечка. Сейчас мы ее возьмем. В принципе, еще солнце высоко. Посмотрим, сколько удастся наловить. А я три уже выпустил клейки. Это была бы четвертая, между прочим. Ладно. Посмотрим, сколько наловим. Ну, за час хотя бы, может, часочек половлю. Хочется мне попробовать ее в масле и в муке.
Говорят, обалденская. Хоп. Сразу поклевка. Сразу поклевка. Ага, есть, есть. Ух, неплохо сейчас так проклюнулся. Опа. Так, надо поснимать вам сами поклевочки. Ага. Ага. 3-ногу еще не купил, подставку под телефон. С Алиэкспресс вот заказал. Пока так снимать. Ага, ага, вот она поклевочка. Есть контакт. Оп. А, это уже плотвичка. Понятно, почему здесь щука присутствует. Потому что такой плотны здесь много. Плюс уклейка. Так, я не понял, где уклейка, где верхоплавка. Все-таки, наверное, завтра поеду. Тоже ветер передает. С ветром, конечно, неприятно ловить. Когда безветренная погода, ну хотя бы такой слабенький ветерок. Намного лучше.
Это плотва такая, тоже неплохого размера. Оп. Да. Неплохого размерчика плотвичка. Или красноперочка. Это плотва такая, тоже неплохого размера. Дорогие друзья, рыбалочка подходит к концу. В принципе, неплохо открыли сезон по открытой воде. Побыли на природе, половили хоть и небольшую, но все-таки рыбку. Такой вот уловчик. Четенький. Так что подписывайтесь на канал «Жажда поклевки». Все еще впереди.